Мы сегодня познакомимся с районом Куни-Айленд, Брайтон-Бич, Луна-парком и океанариумом. Мы сейчас летим, вот как раз приближается к океанариуму, делаем разворот и будем лететь над пляжем. Луна-парк был построен, собственно, это было только колесо обозрения, больше 100 лет назад. Также были построены тоже русские горки, которые существуют поныне. Но после Второй мировой войны территория стала расширяться, появились новые аттракционы, они появляются до сих пор. Вот вы видите, совсем новые аттракционы, бейсбольную площадку, теплые зоны, сирены. Много людей, много посетителей. Вот это русские горки. Сейчас прямо над ними. Справа впереди это океанариум. Парковка. И пляж. Дальше начинается океан. Мы летим над хайвеем. Здесь заканчивается Ocean Parkway. Это последние дома. Это Брайтон Бич. Вот бордвок. Знаменитый бордвок. Дорожки к воде. Специально для инвалидов, если кто ездит на плечах. Делаем разворот, вращаемся на место. Это Сибирь Парк, концертная площадка, где там по выходным там часто выступают артисты, люди размещаются прямо на траве. Вот, за сценой детская площадка.